весь мусор собираем и в контейнер складываем, мешки. Субботник в лесу. Место предложили сами жители. Лесной массив в микрорайоне Бахчеванжи, который примыкает к шоссе на Звездный городок. Стремление жителей поддержали сотрудники администрации городского округа, депутаты, экологические активисты. Власти обеспечили участников мешками и перчатками. И пообщались с жителями Бахчеванжи, когда Сергей Викторович с ними общался. Они ратовали, что необходимо почистить лес, этот, сделать парковую зону и все прочее. Ну и для того, чтобы понимать территорию этого парка и все прочее, мы сейчас делаем экологический субботник. Убирали не только мусор. Крепкие парни из аварийно-спасательного отряда Центра гражданской защиты выносили из леса упавший сухостой, распилив его на части. Жители всеми силами сохраняют насаждение, которое все плотнее обступает город. Ну, в основном мы проводили субботники два раза в году, в основном с той стороны. Там, где дорога на Ленинку идет, с той стороны. Нет, в основном здесь. А сюда мы переместились уже, когда вот эти все мероприятия начались. Чего только не выносили в мешках участники акции. Старую мебель и окна, бытовые приборы и бутылки. Отходы складывали в один контейнер, древесные валежники, отработанные шины в другой. На субботник пришли семьями и группами единомышленников. На личном автомобиле вывозили сложенные вдоль дороги наполненные мешки к месту, откуда их заберет мусоровоз. Помогаю очистить окружающую среду от мусора. Значит, собираете тоже? Да, конечно, регулярно. Школы, там, детские сады, все убираем, леса также. Это очень важно для нашего места сегодня привлекать и жителей города, и наших детей для того, чтобы они сохраняли наш лес, потому что мы очень активно боремся за то, чтобы его сохранить. И его чистота – это как бы наше право, доказательство на то, что мы имеем право на этот лес. 24 кубометра мусора – итог экологической акции в микрорайоне Бахчеванжи. Это 3 8-кубовых контейнера. Они будут утилизированы вместе с бытовыми отходами. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.